Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Люча Тру, серебряные украшения. Посмотрите, какая у нас сегодня красота. У нас сегодня с вами украшение из серебра, 925-я проба. И стоит у нас здесь с вами кварц выращенный. Посмотрите, какая красивая работа. Века, конечно, прям творцы, творцы. Хочется ее разглядывать и под нее медитировать. С одной стороны, украшение не крупное, да, все-таки такое оно маленькое. Но столько здесь всяких элементов. Вот для тех, кто любит сложные украшения, кто любит работу, это прям ваш вариант. Сережечка у нас, посмотрите, хорошее открытие, занижен штиф где-то 2-3 миллиметра, не тяжелые они совсем, получается 9,26, то есть 4,5 грамма на ушко, да, и вот он выращенный кварц, вставлена нитка фианитов и еще парочка тоже цветных фианитов, руками все вставляется, качество века мы все с вами знаем, держатся они шикарно, ничего не вылетает, посмотрите, какая прелесть будет смотреться у вас на ушке, да, и колечко. Знаете, как красиво, то есть боковые вот эти виды, да, ну, как бы видны все при повороте руки, то есть вот доделанное, прям доделанное такое изделие. Хороший такой базовый цвет голубой, мне кажется, мы его к базе уже относим. 18,5 размер, ну, мне, в принципе, 18,5, видите, хорошо так село, его прям хорошо видно. Так что размер можно брать по размеру. Что у нас осталось в наличии? Вот такое у нас колечко осталось в размере 19,5. Это очень хорошо. Мы сейчас с Сережки уехали. Посмотрите, посмотрим, как оно сидит на центральном пальце. Тоже, мне кажется, очень эффектно смотрится. Да? Сережки вот такие с цветом Лондон Топаз. Еще раз говорю, что это выращенные кварцы. Остались только серьги. Колечко с родолитом полностью комплект 18 есть в наличии. И полностью в наличии у нас есть с вами комплект с цветом турмалин 19. Ну вот я думаю, что на 19,5, конечно, плотновато, а вот на 18,5 я его могу примерить. Так что выбирайте, это хорошая такая, с одной стороны, база, с другой стороны, все-таки она нарядная. Мне кажется, на вечернем варианте ее очень хорошо можно использовать, поэтому комплект многогранный.